Брат, ну если берешь минера, я просто пересоздам лобби, поэтому если не впадло. То есть, как бы, вы же знаете выбор, правила. То есть, если минера пикают, я просто выхожу с лобби и создаю заново. Как бы, я ж, как бы, знаете, я здесь пахан в этой игре. Поэтому я решаю, кто будет играть, а кто нет. Минер играть не будет. Yes, sir! Привет, Олег. Ясное дело, что ты не будешь нанимать себе домработницу, ибо она может спалить, как ты дома не отваришь. Ты долбоб, что ли? Кстати, я ничего не варю дома, ты дура? А ты туз дырявый белгород. Когда... Иди нахуй, туз дырявый, это ты, блядь, черт нахуй, труп, где, вот он, туз мой нахуй, где, блядь, хоть одна дырка нахуй, посмотри, его хуй порвешь, ты слабый туз, у кого нахуй, есть деньги, пика, поставьте я понял, этот трепку пиропиру. Первым слотом, братан, вот, когда меня донатеры просят что-то собрать, а я играю по просьбам, то есть, понимаешь? Мне... Олег, там не сочёт, он для хантера. Я осуждаю все слова в этом треке, осуждаю наркотики, осуждаю все. Белгород находится на границе с Украиной. На неделе с требованием. Братан, отъебись от меня нахуй со своими такими донатами. Просто отъебись от меня, еще раз говорю. Мне это неинтересно. Осуждаю и не одобряю такие шутки и такие высказывания. То есть, ну, тебе делать нехуй или что, я не понимаю. Еще минус 200, как бы. Здорово, братец. Смотрю тебя давно. Засыпаю под твои стримы каждый день. Здоровья тебе и твоим близким, Фарту. А, ты чуть башню не уебал. Украл, урон! Украл, потому что две головы лучше, чем одна, нахуй. На Твиче надо восхвалять геев и остальных фантастических тварей. Что ты тогда несешь, почему я ты осуждаешь? Я не одобряю за подобные донаты и высказывания. Чувак в чате пишет: брат, помоги решить проблему. Процессор нагревается при игре в доту. Брат, я похож на чела, который ковыряется в железе компа, братан, или ты не в курсе, что ты ошибся стримом? Тебе надо это спросить у специалиста, а не у меня. Ребят, ну что, первую тиранин башню могу сломать, чисто для синих, точнее для красных получается. Что, пойдемте на дело сходим, пацаны? Иду на дело! Мультикаст, гост, сюда. Блин, ну я буду магическим огром. Мне так понравилось, кстати, в прошлый раз Каю Сашу покупать, а потом Аганим сразу, вообще по кайфу. Хотя, блин, вообще лучше Бладстоун, наверное, чем Кая Саша. Да, я, наверное, Бладстоун сделаю, но потом. Хотя нет, лучше сразу, иначе маны хватать не будет. Я знаю, как на огре, вон, я же без аркан играю, то есть уже маны не хватает. Нормально, 19-3, прям знаете, я типа обычно в таких играх, помните моя игра первая сегодня, когда нас разъебали там 40-3 счет, то есть я в такой игре обычно не в той команде, но тут силы рандома, так сказать, блин, сегодня на мультикасты везет. Я просто в прошлый раз, когда играл на Огре, у меня мультикасты вообще не работали на Мидас, там 4 Мидаса подряд, мультикаста вообще не было, даже двойного я помню. Осуждаю нахуй подобные высказывания. Исполнитель долбоеб, я бы его в тюрьму в Сибирь нахуй пожизненно посадил бы. И семью его нахуй, черт, блять. Максимальное осуждение за подобные треки. Не надо мне это ставить, я не одобряю такое. Сука, меня начинает трясти опять, блять. Нахуй вы это ставите, блять. Сделал погромче, ребят, как вы и любите. Все-таки Мияги, ваш любимый исполнитель. Привет, во всем, чего душа коснется. Приветствую тебя, братик. Мог бы и нормально поздороваться, а не как быдло, понимаешь? То есть, если мы в интернете, это не значит, что ты можешь знакомиться, здороваться как быдло. Понимаешь, потому что в лицо ты бы извинялся, а не здоровался, понимаешь? Ну, потому что на очко бы присел. Потому что я охранником работал. Я охранял, нахуй, понимаешь? Меня на районе в магазин боялись зайти. Понимаешь, потому что знали, что я там охраняю. Я, кстати, топ-1 охранник Белгородской области. Я на турнире охранников побеждал в 2016 году. Если не верите, можете загуглить. Вот чисто не шутка, потому что думают, что я шутки шучу. Просто можете загуглить нахуй, охуеете. Смотри, чемпионат охранников был, да. Я топ-1 занял. Спасибо, брат, тебе тоже всего наилучшего и приятного просмотра. Переезжаю в Белгород, ага, вместе ага. с тобой буду по максимум, когда ты переезжаешь, это завтра вместо школы, где дом батя отведет. Скажет нахуй, пойдем к знакомому зайдем нахуй. Отведет к подъезду, брат. Отойдет за ключами и не вернется нахуй. Потому что это будет, сука, дверь в детдом. Понял, клоун? Блин, слушай, можно тебя попросить кое о чем? О чем, брат? Можешь передать привет человеку одному? Какому человеку? Алене. Передай привет, пожалуйста. Ну, я как бы учёк чисто, поэтому привет, Алёна. Алёна, тебе привет от своего парня на Марсе. Она стрим смотрит? Да-да-да. Она с друзьями на дачу поехала, оттуда стрим смотрит, или она рядом? Не, она в кроватке лежит.
друзьями? Нет, тут вот. Понял. Тут и Наташа, но дальше с друзьями, если ты понимаешь, что это. Я понимаю, о чем ты, блядь. Здорово, Олег, за что на Твиче канал твой банили 4 раза? 3 раза за сексуальный контент, то есть когда играли клипы с Ютуба, и там условно клип Рамштайна какой-то, и там, ну, сам понимаешь, какие клипы у Рамштайна, я что-то проебывал, и вот за это банили. А один раз ни за что. Ну, неправомерный бан, поэтому по факту бана 3. Ебать, у меня 2 X4 мультикаста, когда 3 клипа стоит. Найс. Удача, блядь. То есть, типа, в основном, ну, все мои баны это за сексуальный контент в клипах. То есть, когда какая-то эротика, типа, в клипе и так далее. Потому что на Твиче банят за то, что разрешается на Ютубе. То есть, если на Ютубе там... то есть, меня банили за клип 50 Cent, на котором там 500 тысяч просмотров, 500 миллионов просмотров. Короче, там дохуя лямов просмотров, больше 100 лямов. И меня за это банили. Поэтому я клипы, как бы, и за любую хуйню я их не показываю. То есть, если я вижу, что что-то провокационное, то клип из-за этого я не включаю. Ну, теперь можно, в принципе, заканчивать. Да, где враги? Они в курсе, что они все живы, и они могут дефать или нет? Блин, надо вообще линзу делать по-хорошему на Огре. Эзериал всегда нормальные пацаны, в скобочках, я, кидают после рассказа, чтобы проверить врага на прочность. Но вообще, это фри-игра для Эма. У врагов просто нету физ-урона, БК не в счет. Чистый урон от сайленсера тоже не в счет. То есть, антимага убивать вообще нечем. Зачем рыгаешь? Ты быдло? Здорово. Вот быдло. И дальше давит. Будь здоров. Будь здоров. Дура, блядь. Просто такие обычно осудительную хуйню пиздят после игры, когда трон бьется. Поэтому я заранее решил его забанить, замьютить, так сказать. Предугадал, что будет в будущем. Все кнопки в меня дали соло разрыв на калории. Олег, ты меня слышишь сейчас, да? Что ты говоришь? Я не слышал. Бля, он просто ходит на кайфе, понял? Да он там сидит, музыку слышит. Так на каком кайфе? У меня 8-0, блядь, я дерусь нахуй. Он просто игнорщик. Да я не слышал, что ты говорил, заебал. Блять, ну да, не срабатывает. Причем, понял, слышишь, я думаю, попаду, будем пиздеть, как предыдущие все эти, как их... Да, блять, мне, сука, донатеры пришли, у меня музыка играет всю игру, блять. Я не могу пиздеть с вами под музыку, потому что там охуенные треки еще были. Хотелось послушать, пацаны, так что сори. Зато вы потели, понимаете, я вас не отвлекал, и вы вам затащили эту, блядь. Бля, ну тут вообще не потная игра, брат. Да согласен, противники вафельные попали. Как у тебя дела? Да заебись дела, блядь. Проснулся только вот, сейчас. Время 1:48, хоть в себя пришел. А у тебя как дела? Договаривай. Да хорошо, вообще, в принципе. Живу, кайфую, брат. Бля. Начал стримить, вот. Нравится, хорош. Пиздец. Хорош, это главное. Хорошим, да. Удачи тебе в этом. Спасибо большое. Пацаны, линза последним слотом. Скажите, я долбоёб или нет? X4. Как только подходишь и крипов меньше, чем 4, даешь X4 моментально. То есть я 3 раза дал четверной мультикаст по 2-3 крипам. Спасибо за игру, лучшие, ребят. Да, спасибо, ребят. Охуенно сыграли. Удачи, охуенно, стрей, в скобочках очень стрей, легко. Удачи, брат. И вам удачи, ребят. Вот это адекватные ребята, сразу видно. Бля, мне кажется, что мне сейчас нужно открыть сундуки. Мне дали 3 сундука просто за 10 левелов. У меня предчувствие, что сейчас выпадет что-то очень ценное. Я не буду говорить, что ты чертус. А лучше расскажу вот такую историю, что подруга твоя Алина, ой, это блядь. Моя бывшая, а ди сейчас нахуй, она с тобой встретилась. Блять, рассказывай эти байки своему деду нахуй. А он усатый черт, кстати. Он тебе тоже пару баек может рассказать, когда он сидел под шконкой на зоне, блять. У него есть пара историй, потому что паханы, которые с ним сидели в камере... Мои друзья, понимаешь? Мои друзья, нахуй. Они мне такое рассказывали про твоего деда, блядь. Спроси у него. Что он знает о погоняле усатая хуйня? Вот спроси, нахуй. Он тебе расскажет, ебать. Открываю сундучок и выпадает ВИЧ-доктор. Просто, блядь, я как вот в будущее смотрю. Сейчас все замерли. Это будет доказательство того, что я прошел эту игру. Блядь. Ну, сука, он же был. Он же был, сука, последним. Тетя. Ладно, у меня еще есть. Ладно, Doom с гитарой. Я по мелочи не играю. Это Doom с гитарой.
Блять, да это пиздец. Он, сука, исчез предпоследним, как это сделал, сука, Вич-доктор. Это нормально вообще? Ну и последняя сокровищница. Меня, по-моему, наебывают, блять. Что это за хуйню мне дают? Тетя, блять. Тетя, блять. Дай мне, сука, пожалуйста. Ну, если это не СФ, то Габен идет нахуй официально. Во всех нарезках завтра. Заебал, блять. Вич-доктора не дал. Дума не дал. СФа не дал. Иди нахуй просто. Иди нахуй, блять. Иди нахуй, пизду, блядь. И что мне нахуй сделать теперь? Сдать нахуй лошадь. Буду сундуки открывать. Да не, в пизду. Не мой день. Не мой день, пацаны. Не дают.